Там уже сварки падают. Скорбей падает. Утешение. Утешение выпало? Да блять, народные кошмотки. Скорбей не похотим. На ух. Смысл оффа, мейн забирает. Так у меня это третий, блять, у меня мейн ретро. Ничего не знаю, у нас паладин, у нас нету ретро у этих паладинов гильдии на что. Как будешь... нету, а я на что, блядь? Ну вот, будешь протопаладином. Я мейн. Могу всем быть. Ты будешь протопаладином. Я буду всем. И прото, и холи. Что, как там удар войт? Хуёво, блядь. Собрался, Ванер? Да не, дети, сколько лежит, блядь. Достал, нож режь. Поставьте джипса, пожалуйста. Я его закуплю, забыл. Эй, рады тебе идти? Да, я уже прислал, что он будет брать. А есть джипс, сука, ребят? Я могу поставить. Поставь, если можешь. Спасибо. О, перечи. Допустим. Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Так, шо? А, ну я там что-то. Буквально одну минуточку отключу, пока они там заходят. Сейчас, секундочку, вот. Давайте. Там шоу показано. Титан, ты танчишь Луну. Вот ты Ромбик. Расмус, танка. Ловишь сзади, справа три, да? Стоматолог. Кого еще есть из варов что-то на танка? Синова есть танка шмот? Котлик, у тебя как? Чика, у тебя есть что-нибудь потолще? Дон, я оделся в танка, я просто не ловил сферы, но я попробую. Да, так, все, тут Дон, короче, соло, короче, релишь, я на захиле. Да, без проблем. Самоток, ты слева, Войт на боссе, Себас тоже на боссе, Расмус справа от рейда, сзади. Чика, давай ты половишь. Просто в мишке. А, Невер, ты можешь? Блин, ну ты потоньше. Да пусть этот Невер может. Ладно, ладно, давай, Невер. Блин, 30 тысяч хп в мишке. Да его шутит. Сокрот, выпей. Почему миликов нет? Да нету миликов, там-то и дело, они все, блядь, вагоны. Там как не могут собирать себе. Ну, этот, частицу у него шоу ебанет. Так, рыбу поставил, Невера, он будет сзади ловить. Но там сзади немного сверх попадает. Если боковые хорошо отыграют, в принципе, нормально. Кельма есть против? О, заебал, прям в рыбу сел, не протыкается. Тут сверки, тебе полно прожаться вовремя. Ты ловил же? Кельма, знаешь, что делать? Я думаю, да. Ой, 30 хп, слушай, лучше наверх пусть будет. Наверх, у тебя сопрот есть нормальный человеческий? Да, вижу. Вот, прокси, готов? Огонь подключите. Да, нужна фаер-аура здесь. И фрост не нужен, нужен тьма. Как тьма, это огонь. Бывает? Свет бьет огнем здесь. Ну, светлая это. Погибель. ДБМ включаем. А где ДБМ? О. 5 секунд, Себастьян.
Три, два, один. Одна секунда. Стакаешься, бас, 5 стаков, прожимайте 4. Сразу как он стакал прожимать? Да, да. Теперь останется. Бэр не тратим. А бафающий с тебя будет красноязычие на каждых боссов. Ни того, ни другого. Способность 5 секунд. Продолжаем дамажить. Делаем каст. Дальше урон носим. Каст, каст, пейте. Отлично. Стоим. У меня шарик. Свичнулись. Взяли белую, бьем черную. Не рвать? Не, не надо. Думаю, так убью. Каст. И печальник. Темный серкл, видите, сейчас? Пробудите. Прожмите станки, кто сферу ловит. Где разница? Геру давайте. Необратимый раскол. Готовимся, одну секунду. Взяли черную, дамажим белым. Бадалок прожмись. Класс, блядь, стох. Я мусорку давал. Че, приха? А то сейчас постоим чуть-чуть еще. У нас у всех на пропало. Он сверху ловил? Да, возможно. Он сверху как раз ловил. Да, его подняли. Все, давайте побежали сразу же. А когда я умер, вот для сверки ты мне ГП влепил. Сейчас, бля, в бою будем ГП давать, да? Конечно. Стоим, бьем просто. Вообще АФК. Один раз переключились. Стоматолог, что у тебя постоянно? Сверки ловлю, что? А, ты ж сверки ловишь, точно. Да. Сорян. Опять, блин. Ноги. Бесполезный шмот опять. Хильс, не хотите, господа, блядь? Ты пиво хотел. Интересно. Не, вот у меня это... есть. Вот эта шея, она хуже островской, да? Да чё, 800 АКПшки, 400, ой, да, 800 АП. Рокот прям. Ну и вдобавок она крит меткости и так с избытком уже. Чё вы там ролите, ну-ка, мейнспек ролю. Ой, ты понимаешь, что нет разницы, мейн или не мейнспек? Мы ж убрали его уже.
просто у ДКшки забираешь нужную шмотку. Так у меня там ебать 232, я боссом на ретрике. А ты, да ты понимаешь, ты не поведешь ретриком в рейд уже. Типа, ну, ты... Почему? Ты приговорили меня, что ли? Ну, потому что с определенных ролей просто не отпускают. С конца невозможно. Вот если я захочу с этого рейда уйти, я не смогу. Потому что у нас нет второго ханта. Ну, так есть десятка еще. Десятку надо ходить. Десятка же охуенная есть. Ханты, трещи. Нет, тебя сролили. Дрич, ты чё, блядь? Ничего не дают вообще, чё, я тебе говорю. Блядь, чё, блядь? Чё? Ну за приор, блядь, поставили 5000 тебе, блядь. Две поставили, да. Нормально было бы. Какой нахуй 2000, ну? Ты какой-нибудь бомж, блядь, и тебе шмотку заберёт. Ну, то есть бомж по ЕП, я имею в виду. А сейчас что-то, не знаете? Сейчас что, в чём разница? Разница в том, что это активность игрока. Я хочу забрать себе, блядь, не дают нихуя. Бомжи. Ну а пойдешь, выходи в трейд, и все. Трейд, хожу, бля, во все рейды. Да похуй. Красавчик. Ну что будет? Готов? Стану давать. Ебать, я всегда готов. Не прокакаешься, нормально все будет. Только на третьей фазе, только может быть проблема действительно будет это за хилом, но я не думаю. За хилом было счет. Сколько у вас хилов? 5? 5 хилов будет. ДЦ и Ваха Павла и Коли просто. Хорошо. Каприз тут божить должен вообще прям. Пиздец. Да, плюс шипешки под разные пати закинуты. Ну-ка, надо каприз тачек. Да, каприз слабенький еще. Еще одевается. Ну только апнулось. Ну, вот это прозорливость 3 лучше брать, чем вот это по одной. Я вообще полностью хочу скидку переделать. Ну да. Ну. Я вообще хочу скинуть. Хаприста вообще скинуть? Так, после критического эффекта заклинания. Нет, я имею в виду прозорливость. Прозорливость топ. Всплеск блеска бы вкачал бы, ну, тоже две штучки. Ну блин, если холиприст на рейде, ему прозорливость и усиленное исцеление вообще тебе не надо. Ты чё, ауешные боссы? Ну, блядь, Синдра, Тухлопус, Лана, блядь, Ребро, блядь. Блядь, сейчас она подобрала спектр в контент. Связующим 2 стака накапливаешь? Молитва исцеления, круг исцеления, ебать, 100 тысяч от хилана. На которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Нихуя. Кто больше всех дамажит, тот первым умирает. Да ладно. Вроде бы не он. Эй. Бурбостанец. Перешел. А, не обратил. Ты-то собьешь серку в начальниство? Я? Да. Ну, у меня нету атакующих заклинаний дальних, поэтому ты. Ну, у меня есть. Ты уже был, ты уже знаешь, как это делается. Короче, у меня блока в этот раз еще больше, блин. Синола, грипнешь серку. Где-нибудь сейчас я покажу. Я поставлю сейчас метки. Вот сюда где-нибудь, вот сюда глипнешь меточку. Чё, сколько и войденса? А босса где-нибудь здесь поставить, где-то печеньку. Грубо говоря, где стоит, тут и танчу его. Только левее немножко сверху. Надо. Так, донт на пуле, донт. Не отвлекайся, главное. Мабан. Самая твоя основная задача. Если что, кидроки тоже под напулом. Возьми в таргет в этого, блядь, войда там, знаю. Бушму, когда свой напульчик. Весь и сущий. Да, на перефазе. Суманить я пойду, эту рыбу возьму там на меткость. Блять, в банк. Нахуй тебе меткость. Таунты, чтоб не промахнулись. Молоток кинет там правосудие, не знаю. Ну ладно, похуй. Я не возьму эту рыбу просто. Тут 3 секунды подождать. Что там ты очкуешь, это... не напулишь? Ну конечно. Нет, вдруг если промахнется, там если что слетает. Так, господа, на третьей фазе, пока фласки пусть останутся вам, на третьей фазе перепиваем их на саппорты. Обязательно всем саппорты нужно быть. Бля, можно вопрос? Я не хочу показаться уёбком.
Но я вот смотрю в гильчат. Вейд Лайт ролит две шмотки на танка, а потом ролит поножи на ДД. Какой у него мейнспек? Да. У нас нет мейнспека. У нас нет мейнспека, поэтому мы отказались от него в этом контенте. Просто если есть приор, то забираешь. Проблема в том, что здесь нету почти всего рейда 5К, поэтому по приору мы не можем отдавать что-то. Ну, КП он лутается. У нас есть правило, там по офспекам и мейнспекам там все написано. А если посмотришь, то у него сейчас приор 0.95. Типа он сейчас набрался, он очень долго не полутается. 2600 КП. Это сколько скидывается? Как бы то, что он... Это, фу, ну, пару месяцев. Нихуя. Да. До целка. Ну, как бы... Угу. Не, ну поменьше, чем до целка. Саппорты у всех есть, ребята. Если у них кого-то саппортов не будет, там... Можете подойти ко мне. Не, подойти, вот дайте. Да, ГП дадут. ГП дают, да. Я ГП даю за шмот. Типа сейчас порол просто уходит, но ГП есть. Не, я просто... Поэтому в следующем, ну, будет приор у вас больше 5К, и такого уж больше не будет. Слышишь, Бёрн, а мне надо саппорт пить? Ну, типа я могу выпить? Нет, тебе надо саппорт. Но... ГП, я что имею в виду, те, кто саппорт не пропьет, ГП дам за это. Чтобы вы понимали по поводу цифр, вот за этот рейд 2К сейчас будет, если это ФК, ну мы его убьем, этим рейдом еще не убивались, будет сверху косарик. И Магик Грул там еще 2000, 2500. То есть как бы если мы фул КД сейчас закрываем, а ну бы убиваем, у нас у всех есть 5К базовый приор. Ну